К снегопадам и гололеду готовы. В городском округе коммунальщики завершают подготовку к зимнему сезону. Глава городского округа Дмитрий Волошин оценил готовность уборочной техники. В этом году увеличили штат дворников и закупили дополнительные грейдеры и эвакуаторы. Зимой на борьбу со снегом выйдут более 200 машин и больше 1000 рабочих. Принципиально важно именно подойти вот к этому неформально. Почему? Потому что снегопады, которые были даже за последние 3 года, они нам дают знать о том, что сегодня нужно иметь резервы. Итак, 150 единиц техники есть всегда в городском округе Химки, и 50 мы держим еще резервы. Подготовились и к обильным осадкам. Для этого в микрорайоне Сходня оборудовали специальное место для временного складирования снега. А чтобы химчане не страдали от гололеда, уже закупили более 3000 тонн реагента на период ноябрь-декабрь.